Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Нажевникова заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем фейсбуке. Утром 7 декабря Екатерина рассказала, что COVID обнаружили у членов ее семьи, а ее тест показал отрицательный результат. Ну что, ваша покорная слуга таки корону надела. К вечеру полезли все симптомы. И я, кажется, попала в категорию «тяните билетик, счастливый вы наш». Кстати говоря, мою любимую. И мой тест ложно отрицательный. Написав уже по привычке завещание, делаю это последние 6 месяцев ежедневно, я собралась с мыслями и вместо того, чтобы как министр Степанов вызвать мобильную бригаду, записаться к семейному врачу и пройти весь путь, решила написать важный пост, а то мало ли что. Из симптомов у меня, кроме температуры, появились еще сильная головная боль и болят глаза. Так что я буду выпадать из Фейсбука периодически. Хотя очень переживаю за наших пациентов. По словам волонтеров, в благотворительном фонде сейчас в наличии 25 концентраторов. Еще несколько машин вскоре пополнят парк кислородников. Сейчас монстры адресно поставляют аппараты больным и продолжают помогать больницам бороться с дефицитом кислорода. Домашние концентраторы уже использовали около 40 одесситов. Все кислородники после применения возвращаются в фонд, а оттуда отправляются к другим пациентам, которые в них нуждаются. Напомним, что Екатерина Нажевникова вошла в пятерку лучших волонтеров Украины. Ее фонд «Корпорация монстров» активно занимается волонтерской деятельностью около 5 лет.